Видеокурс по обучению, изготовлению и ремонту париков по системе «Сделай это сам». Здравствуйте, меня зовут Рина Дурани, я владелица салона париков. В этом видео я хочу рассказать все подробности об эксклюзивном и первом в своем роде интернет-курсе онлайн «Постижер» по изготовлению, пошива, реставрации париков «Викмакер». Я расскажу, что мы изучаем, где мы берем инструменты и материалы, сколько это стоит, кому это подходит, как можно это сделать самой, и отвечу на все ваши вопросы, которые интересуют вас, для того, чтобы быстро и легко начать изучать курс и приобрести новую специальность, увеличить свой доход, можно его использовать как дополнительный заработок, или основную профессию, или сберечь много денег на ремонт парика себе, или шить самой себе парик, какой вы мечтаете. Если вы парикмахер или стилист по волосам, то я вам тоже советую посмотреть это видео, кому это подходит. Мы обе знаем, что все, что относится к парикам, даже самый мелкий ремонт стоит очень дорого. Например, обновить или освежить парик, реставрировать, стрижка, укладка, покраска и так далее. И вы начинаете думать, прежде чем сделать это, особенно если это находится очень далеко. Я встречаю много женщин, которые носят парик. Они говорят, что хотят разнообразия, поменять парик, цвет, стрижка волос, удлинить или укоротить, но не могут себе позволить купить несколько париков, потому что каждый парик стоит несколько тысяч долларов, и поэтому ходят в одном и том же парике несколько лет, но мода меняется, и они жалуются, что парик им уже надоел. Если вы узнаете эту же проблему тоже у себя, то есть выход научиться делать это самой. Если вы парикмахер, стилист по волосам и чувствуете, что есть большая конкуренция в вашем бизнесе, и вы все время думаете каждый месяц, что можно сделать еще, чтобы увеличить свой доход, то этот курс очень подойдет вам, потому что вы сможете стать более конкурентнее, что принесет вам дополнительный приток клиентов и денег. Как парикмахер, я представляю, и вы убедились в этом сами, что все больше и больше женщин интересуются париками, потому что парики снова вошли в моду, но нет достаточно мест, где они могут купить и отремонтировать свой парик, потому что многие салоны не предлагают эту услугу. Если вы ищете дополнительный доход или прибыльный бизнес, не выходя из дома, которая подойдет с домашней рутиной и детьми, которая работая немного часов, можно хорошо заработать, то этот курс тоже подойдет вам. Особенная возможность приобрести эксклюзивную специальность, в которой нет много конкурентов. Если вы уже много времени следите за моими роликами и многое по ним учитесь, но нет у вас полного курса, что может дать вам четкие уроки шаг за шагом по изготовлению и ремонту париков, по такой системе «Сделай это сам», то этот курс поможет вам полностью понять и научиться делать это правильно. Что это за видеокурс? Это видеокурс онлайн, который вы сможете изучать его из дома, из любой точки земного шара. Этот курс выглядит как сайт, в нем находятся также платные уроки, которые вы сможете смотреть при получении пароля. Этот курс разделен на несколько частей. В этом курсе я обучаю начальные шаги для изготовления и ремонта париков. Как с нуля начать шить парик, как подобрать правильно волосы, ремонт париков, где достать недорогие инструменты и материалы. В линке под видео я оставлю полный расклад, что именно мы будем изучать. В итоге вы получите престижную профессию, в которой нет большой конкуренции. Во-вторых, не переживайте, я с вами всегда. Повторяйте шаг за шагом за моими действиями. Если надо, то снова просматривайте видео несколько раз, если это нужно, чтобы научиться делать правильно. Вы также сможете советоваться со мной по скайпу или ватсап и спрашивать все вопросы, относящиеся к курсу. Сколько стоит этот курс? А курс в Израиле стоит несколько тысяч долларов.
в зависимости где, у кого и что именно вы изучаете. А мой курс находится на интернет-платформе, поэтому он дешевле, потому что не надо оплачивать съем и другие расходы. Можно купить только часть курса, не обязательно полный курс, например, только ремонт париков. Какие инструменты и материалы нужны для изучения курса? Многие меня спрашивают, надо ли покупать специальные машины и оборудование. Если честно, то не обязательно. Достаточно для начала нитки, иголки, крючок, волосы и манекен-голова, на который мы делаем ремонт и пошив париков. Не обязательно покупать спецмашины. Достаточно простой домашней швейной машинки. Только если вы хотите быть крупным викмакером и открыть крупное производство по изготовлению париков, то да, надо спецмашины. А курс построен так, что каждый и любой сможет стать постижером, начинающий или специалист по волосам. Курс построен из моего личного опыта. В прошлом я была парикмахер, а сейчас викмакер, постижер по парикам. Я научу вас новым последним техникам по изготовлению и реставрации париков. Если есть у вас вопросы, под видео я оставила линк, заполните его. Имя, электронная почта, телефон WhatsApp. Напишите ваш вопрос, и я вам отвечу по возможности. Жду вас на моем видеокурсе и до свидания.